Еженедельный штаб по ситуации в сфере ЖКХ начался с традиционного отчета о прохождении отопительного сезона. Отопительный сезон на территории города проходит в штатном режиме. Поставка тепла осуществляется бесперебойно. Все котельные города работают в штатном режиме. Ежедневно ведется мониторинг теплоносителя от котельных. Температура теплоносителя подается согласно графику подачи тепловой энергии. За прошедшую неделю на телефон службы 05 поступили 69 обращений граждан, 58 из них выполнены. Практически все заявки касались состояния приборов отопления. Коммунальщики поставили на обсуждение вопрос о том, чтобы завершить этот отопительный сезон в последние числа апреля. Помимо этого, на штабе также говорили о лицензировании управляющих компаний и благоустройстве веренных им территорий. В частности, речь шла о приведении в порядок малых архитектурных форм. Краска закуплена, все приготовлено. Сейчас погода как даст, как раз произведем. Также производим субботник. Каждую субботу привлекаем население. 30 апреля Димитровград вновь примет участие в областном субботнике. Татьяна Рисеева, Константин Белов. Наше время.